Привет, народ. Короче, я нагиба. Вот в таком состоянии. Короче, человек уронил нож и сам пытался выровнять его на камнях. Короче, 3 часа поигрался и, короче, ну, только хуже сделал. В общем, сейчас мы его выровняем. Ну, и я покажу вам результат. Видео снимать не вижу смысла, потому как здесь нет ничего, ну, в общем, интересного. Вот. Вот здесь вот. Видно, как это все. Давайте вот так вот. О! Вот так вот видно хорошо, да? Выщеплено. Ну и, собственно, сейчас покажу, что из этого получится. Короче, народ, повесил телефон на штатив. Попытаюсь показать вам сейчас. То есть здесь у нас, видите, да, вогнутая заточка. Вот так вот должно быть видно. Сетка. То есть вогнутая заточка при проходе в два направления. Вот здесь вот сюда, а здесь сюда. То есть вот так вот получается сетка, как при шлифовке. Слесаря, токаря, шлифовщики должны понимать, о чем я говорю. Сетка. И здесь вот один подвод теперь у нас. Спуск в ноль. Сплошняком подводик вот такой вот. Тоже сетка идет. Тоже в двух направлениях точеный. Ну, вот так вот. Ну, то есть. По ножу вопросов теперь никаких нет. Единственная просьба к хозяину — больше не ронять нож с большой высоты на плитку. Ну, а если уж уронил, то лучше сразу обращаться, ну, я выправлю, чем самому испортить нож. То есть мне пришлось чуть-чуть просто больше снимать металла. Это все делалось на 180-м абразиве, на ленте 180-й делалось, потом финиш был на 400-ке. Две ленты участвовала в работе. И вот так это все выглядит. Все. То есть, ну, вот так вот. Можно бриться и все остальное. Вот так, смотрите. Раз. Вот оно все. На сегодня все. Пока-пока. Увидимся.